Всем привет! Сегодня мы смотрим выступление Жоу Шена. Начинаем! Ух ты! Блин, ну это уже, ой-ой-ой, это уже, если я раньше, когда первый раз слушал, удивлялся его голосу, то сейчас он его трансформировал до какой-то маленькой девочки. Вау, круто, круто. Как в аниме, прям в аниме. Ну, короче, здесь все. Здесь три голоса мы уже слышим. Причем они немножко, они очень разные. То есть, он ребенок, он повзрослел, и вот уже вообще грубый голос. Такой злодейский. Тут вроде как сказка про драконов. Меч у принца есть, надо только его вытащить. В общем, вау. Все звуки это из Марио. О, танц. Вау, ну звуков очень много разных. И звуки из Марио, знаете, 8-битные. Танцы есть, да, как, знаете, вот этот. Можно уже как в ТикТок все записать. Хит. Хитово. Звучит хитово. Энергично. Хочется бежать, бежать, бежать. Ой, о. В общем, вот здесь очень артистичный, плюс, знаете, такое есть черта таких, ну, знаете, кто вот озвучивает фильмы, ну, дубляж, да, то есть они там тоже разговаривают, ну, разными порой голосами, вот он, в принципе, это демонстрирует. Только он, знаете, решил взять сразу нескольких персонажей и вот так вот озвучить их одно время. Ну все. И слышите, да, звук в начале, да, такой легенький, когда вот девочка из аниме, и вот у него сзади такие, ну, есть крылышки такие, да, кажется, маленькие-маленькие, как фея, реально, как фея. Ну и теперь я уже не знаю, кто и победит, он тут, блин, серьезно занял. Реально, защитник леса. О, конец. О, замедление, отлично. Thank you.
Вау! Вау! Молодец! Ох! Ну, это было очень мило. Вау! Очень артистично. Артистично. Концовка была филигранна, словно, ну, вот все, это он рассказывал сказку. Ну, вот просто представьте, ну, и в конце он как бы вот, убаюкивал ребенка, рассказывая сказку. И представьте это в жизни. То есть, если он бы, ну, реально, вот ребенок слушает сказку, и вот отец так вот. Ну, это весело, забавно. И по сути, все видео, это как бы, словно, шутка такая. Ну, не шутка, но такая, даже не шутка, наверное, просто что-то такое милое и забавное. В общем, сегодня, смотрю, пока все очень выкладываются на все 100%, что не может не радовать. Вау, 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 восхитительно. Это было невероятно круто. Вау, пока-пока. Ноги дрыгаются, отлично, как говорится. Ноги, руки дрыгались. Я не разминался, зато теперь потанцевал. Чем не разминка? Пока-пока. Удачи.